Христианское служение выпустило учебное пособие о прощении и примирении на основе биографического фильма о проповеднике и телеведущем Фредди Роджерсе, сообщает портал Victory со ссылкой на Christian Post. Выпуск книги «A Beautiful Day in Neighborhood – A Faith-Based Discussion Campaign» состоялся перед премьерой фильма «Прекрасный день по соседству». Представитель христианской организации Discipleship Ministries, которая занималась разработкой учебника, отметил, что данное издание предназначено для того, чтобы помочь людям справляться со своими чувствами, прощать, искать примирение и жить духовной жизнью. Пособие поделено на 5 разделов. «Чувство – это хорошо», «Блудный сын», «Все можно изменить», «Прощение и примирение» и «Практика, практика, практика». Как отметили в организации, она подходит для изучения в группах, поднимает главные вопросы фильма и призывает следовать примеру Фреда Роджерса.